Как вы уже догадались, я зашла в парк Горького. Целый год здесь не была и решила, покуда жара, надо будет зайти, посмотреть, что изменилось. Тем более моим собакам сейчас жарко и рано с ними гулять я не могу, потому что Бруно вообще никак не может гулять. Вот. Я решила сама погулять, потому что я сделала всю работу срочную. Сегодня был платежный день и последний день проводок в этом месяце. У нас закрытие, проводки делать нельзя. Ну, в принципе, я все провела уже. Вот, и осталось несколько дней для завершения всяких дел, которые были отложены по несрочности. А в понедельник я уезжаю опять. Ура! Сейчас я пройдусь и пойду через нескучный сад на Ленинский. Перейду его и домой. Тюльпаны уже отцветают. Вообще у нас девчонки приехали сегодня или вчера из Парижа и сказали, там холод ужасный, 16 градусов. Но когда я там буду, я посмотрела, там вроде 21 должно быть. В принципе, это хорошо для прогулки, когда очень жарко, плохо по городу гулять. Да, это хорошо на море, когда жарко. А в городе на самом деле тяжко. Поэтому может даже это и хорошо. Вот, а у нас тоже чуть-чуть похолодает до 25, что ли. Точно не знаю. Самое смешное, что в Сочи сейчас чуть ли не 18 всего. Ну, так же, как и для Европы вообще, это странно. Такой холод. У нас наоборот. Жара. Розочки там цветут. Скоро пионы зацветут. А тюльпаны уже отцвели. Сирень еще цветет.
ничего не тут делать, непонятно. Просто сидят. Потом, наверное, танцевать будут. Музыка странная. В общем, сегодня никаких особых событий нет. Понедельник. Да, там танцевать они будут потом. Здесь кинотеатр. Ой, я вышла к прудику. Ой, привет, Олег. Ты чего тут делаешь? Ладно. Сейчас. Я вас... Встретила племянника. Что вы здесь делаете? Я его снимаю. Всем пока. Да, привет, за пару минут не будет. Я маме фотоотчет. Все. Ладно. Приезжайте за мной покататься. Племянник с другом со своим катается на велосипеде. Но я засекла. Они пили пиво. Вернее, его друг. Его друг пил, а Олежка уже был, по-моему. Выпивши пиво. Так. Ой, слушай, ну не знаю. Туда ли я хочу? Ну ладно, пойду туда. А, опять там Садовое кольцо. Может, я лучше через парк пошла бы. Тут такой домик интересный. Больше ресторан сейчас закрыт. Жалко. Народу много. Я на самом деле порядочно еще идти. Лучше бы я через парк, наверное, пошла. Солнышко. Ну ладно, может, на троллейбус сяду. Хотя ждать неохота. Собачки мои ждут меня. Ждут, пождут. Ну ладно, подождут, что ж делать. Тетя Оля погулять хотела. Работы. Что там? Что у меня голос сел? Вообще на меня, да. В последнее время садится. Пионы расцвели. Ух ты. Первые, которые я увидела. Не, это не живые пионы. Фу ты. Аллея памяти сотрудникам пожарной охраны, погибшим при исполнении служебного долга. Открыто 3 мая 2003 года. Ничего себе. Пожар какой-то был. Аллея памяти. Вот такая. 11 лет прошло. Я даже не знала. Ну что, шумный город опять. Выпроводили меня раньше времени, мне надо было через парк идти. Эх. Вот такие они. Молодые пацаны. Тетя. На Садовое кольцо. Опять. Или это уже не Садовое? Не знаю.
Ладно, всем пока. С вами гуляла чуть-чуть Оля Платонина. И я пошла в подземный переход. И домой дальше. Всем пока.